Всем привет и добро пожаловать на мой канал. У меня уже абсолютно новогоднее настроение. Украшен дом, стоит елочка, пусть она небольшая, но она стоит рядышком, и это самое главное. И сегодня, вы знаете, я утром получила почтовое уведомление, думала, что я иду абсолютно за другой посылкой, и тут на тебе, мне дают коробочку, и я вижу надпись New Beauty Box. С этой коробочкой у меня очень долгая история, мне, наверное, раз пять они предлагали сотрудничество, предлагали ее выслать на обзор. Сначала я не соглашалась, потом я соглашалась, почему-то мне ее не присылали, потом мне снова писали, я говорю, да, высылайте, посмотрю, что за зверь такой, но мне ее не высылали. В последний раз я написала просто им гневное письмо пиарщику, то, что для чего вы мне предлагаете это все, если на самом деле вы потом пропадаете. Притом другая коробочка красоты, это, по-моему, один даже как-то бренд, L Beauty Box или как-то так, они мне предлагали быть их амбассадором на какой-то месяц. Я даже не помню на какой, я согласилась, я была очень рада, и они пропали. Ну, это отдельная история. Но сегодня я держу в руках коробочку. Не знаю, за какой месяц. Ноябрь, это октябрь. И давайте сейчас, чтобы все было по-честному, я постараюсь открыть ее вместе с вами. Надеюсь, я тут не порву все на свете. Хотя даже не знаю. Какие коробочки красоты заказываете вы? Заказываете ли вообще? Я, честно говоря, после того, как перестала заказывать Глэмбокс, а Люрбокс, или как-то так они назывались, я ничего себе не брала, я даже не помню, как это все распаковывать. Ну вот как-то не пошло мне. И сейчас вот это ощущение мое любимое, когда ты не знаешь, что внутри, а тебе очень и очень хочется заглянуть. Главное не сломать свои ноготки, которые буквально сегодня новогодний себе маникюрчик сделала. Но пощады не будет. Опа! Как тяжко. Слушайте, да. Так, так, так. Вываливайся, содержимое. И что же это? Для счастья нужны двое. Я и пионы. Прикольно. Посмотрите, какая милая. Кстати, упаковочка, правда, такая миленькая-миленькая. Ну и мне не терпится заглянуть вовнутрь. А внутри что-то приятно пахнет. Вот так вот это все выглядит. Ощущение, что, знаете, это как подарок на день рождения. Тем более в этом же платье, в платье, в котором я сейчас, я встречала свой день рождения. Ну, кстати, кто не знает, я на свой день рождения уезжала в Эмираты, это было потрясающе. Так, я вижу уже брошюрочку. И давайте я буду, наверное, доставать. Во-первых, пробничек, который, как я вижу, не заявлен. Это Herborian BB Крем Нюд. У меня он уже был, и это оттенок натурально-бежевый. У меня такой был. Мне он нравится. О боже, вот чему я безумно рада. Одна из моих самых любимых марок это Lerac. И здесь есть премиум крем бархатистый. Это серия Целлюлар, наверное, да. И я когда-то хотела купить его. Так, так, так. Ох, как я рада. Это заполнение глубоких морщин, ровный рельеф и тон, ощущение абсолютного комфорта. Утром и вечером можно использовать. Блин, вот это супер, ребят. Просто 15 миллилитров. Это огромный объем для такого средства, когда, по-моему, 30 или 50 стоит 7562 рубля. Такая баночка, я с превеликим удовольствием буду это использовать. Спасибо, спасибо, вот этому я рада. Дальше, что-то от фирмы Riche, давайте посмотрим, что это. Это очищающая альгинатная маска антиакне с алоэ вера. Кстати, от Riche у меня не было ничего, и здесь эта масочка стоит, заявлено, 390 рублей. Ух ты, вау, блин, я сейчас на восторге от коробки. Я думала, сейчас я такая открою, скажу, ах, как все плохо, и вообще это не сравнится с моей любимой коробкой красоты от Allure Box. Но, честно говоря, я не знаю, сколько стоит New Beauty Box, наверное, около 1000 рублей.
Но я вижу то, что я очень хотела попробовать тоже. Это масло-праймер для лица. 1990 рублей стоит полноразмерка, хотя что-то мне подсказывает, что это и есть полноразмерка. Здесь, наверное, миллилитров 30. Да, 30 миллилитров, все запечатано. О, я в восторге. Масло-праймер действует в 4 направлениях одновременно. Ухаживает за кожей, защищает ее от вредного воздействия косметики, маскирует дефекты и создает идеальную основу под макияж. Очень интересно. То есть это получается основа под макияж. Давайте откроем. О, вот это я люблю, вот это уже интересненько. Блин, я так рада, не могу, как ребенок радуюсь. The Skin House — это крем для лица против морщин, как я вижу, с улиткой, антивозрастной, улиточный, со слизью улитки. Дам пробничек такой. Ой, это что-то красиво, посмотрите, как красивенько. Сыворотка Митовитан содержит инновационный антиоксидант направленного действия SKQ1, я не знаю, как это читается, ион с Кулачева, который благодаря доказанному снижению активности свободных радикалов в митохондриях прерывает программу старения. Ничего себе, на внутреннем уровне. Сделано в России. Слушайте, так запаковано, прям ничего, ничего себе. Это здесь заявлено? Да, это сыворотка для лица 2800. Единственное, знаете, что мне не нравится? Здесь не написано, какой полный, допустим, объем продукта. Ну как это мимимишно все упаковано? В общем, ладно, потом посмотрю. От Веледа гранатовое восстанавливающее масло для тела. У меня был такой уже пробничек, миниатюрка вообще от Веледа. И я сразу смотрю на сроки, со сроками везде все в порядке. Это вот такие миниатюрки, мне они нравятся, в стекле масла у них для тела божественные. Поэтому вот за это я ручаюсь. Дальше, что это такое, что это... Вот что-то держу и пока не могу найти. Это губная помада, ничего себе. Фирма называется Jafra Royal Jelly. Бархатистая и стойкая помада. Ой, посмотрите, как симпатично, 790 рублей. А ну-ка. Ой, и цвет такой, вот, ну, немножко, правда, он коричневый, но я потом попробую, может быть, мне и пойдет. Блин, ну прикольно. Вот не знаю, надо понять, пойдет мне или нет. Классно. Я удивлена, где произведено? Произведено... В Мексике. Здорово. И последнее, что-то очень легкое, это интенсивный питательный крем для лица Риластил. Стоимость полноразмерки 3850. Ну, честно признаться, я в растерянности, потому что когда я вижу Лерак, это для меня уже показатель многого, это не дешево. Реше у меня ничего не было, но я знаю тоже, что это отнюдь не дешево. Плюс Веледа, плюс вот это, правда, не знаю, Риластил, Jafra, что за помада, тоже не знаю, но это полноразмерка. Я перепроверю, если данная коробочка красоты стоит действительно до 1000 рублей, то, на мой взгляд, это шикарно. Это реально шикарно. И вы знаете, у меня сейчас возникло желание пойти сесть за компьютер, потому что я спонтанно снимаю именно это видео с распаковкой этой коробочки красоты. И хочется просто пойти и полазить, посмотреть, какие у них бывают еще составы, посмотреть видео на YouTube других блогеров и заказать себе что-то самой, может быть, я не знаю, ну классно. Вот это ощущение невероятное, когда ты заказываешь коробочку красоты, к примеру, я помню, и ты ее ждешь, и ты не знаешь, что внутри, тебе так интересно поскорее раскрыть, и когда ты открываешь и получаешь такие богатства няшные, то прям радостно-радостно становится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, знакомы ли вы с данным сервисом, заказывали ли вы когда-нибудь New Beauty Box или какие-то другие, может быть, коробочки красоты, что вам нравится, обязательно делитесь, оставляйте ссылочки, если у вас какие-то любимые есть сервисы. Я с удовольствием почитаю, посмотрю, ну и, конечно, я
рассчитываю на ваш пальчик вверх, за то, что вы меня поддержите. Потому что я вам скажу честно, вот этот огромный перерыв в съемках видео, а он очень у меня большой, я просто разучилась, такое ощущение, что говорить, что у меня какое-то нарушение дикции, и в принципе просто я не могу развязать свой язык, мне тяжело, или я куда-то тороплюсь, у меня не связанная речь, у меня миллион мыслей в голове, я тысячу раз пытаюсь настроить... Я знаю, что я всех запарила уже со своим фотоаппаратом, но я не могу с объективом сработаться, я не понимаю, как мне что настроить, у меня ничего не выходит, но я очень стараюсь, поэтому, пожалуйста, поддержите меня. Всем спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной, до новых видео, пока-пока!